Всем привет, друзья, с вами Анатолий, вы на канале Метро 275. Как вы видите, у меня тут оборудование. Внизу на УКВ, а вверху на короткие волны. Но речь не об этом. Сегодня мы будем слушать спутники Сатком на вот такую станцию Куаншэнг УВК-5. Я уже тут вбил массу каналов, на которых я слышал любую активность. И сейчас мы будем слушать, что вообще там слышно. Ранее у меня было видео вообще про саткомы. Народ спрашивал, что у меня за антенна. Вот что у меня за антенна. Вот такой штырек, который можно раздвинуть, и он будет как раз в длину волны. Это примерно 29-30 сантиметров. Чтобы это все услышать, нужно идти на балкон, потому что в помещении это все без толку, вы ничего не услышите. Поэтому сейчас пойдем и послушаем. Тут я уже ввел каналы, на которых я сам слышал хоть какую-то активность. И поэтому вот сейчас мы и проверим, где и что у нас вообще слышно. Итак, давайте начнем. Итак, как вы видите, вот я уже вытянул антенну на нужную длину. И теперь мы будем слушать активность. Ну что ж, давайте начнем наш мониторинг. Иногда приходится наклонять станцию, чтобы антенна попадала в нужную поляризацию. К сожалению, антенна у меня не направленная. Но мне повезло. Окна моего балкона выходят на юг. И на обзор с моего балкона есть на запад и на юг. Что как раз способствует приему данных спутников. Данные спутники на геостационарной орбите, насколько мне известно. Они считаются заброшенными, ну, по крайней мере, я так слышал. Их используют всякие радиопираты и те, кому вообще нечего делать. Они вещают на этих спутниках, на саткомах. Те, кому нечего делать, их я продемонстрирую. Тут есть одна частота. Там как раз такая передача, если можно так сказать. Ну что ж, мониторим. Все эти частоты я собирал по мере возникновения активности на них. Так, ничего не слышно. Ничего не слышно. Вот это тот самый случай, когда сидят на частоте те, кому вообще нечего делать. В принципе, таким вообще нечего делать и в эфире, но это уже другой случай. Вот это сообщение, оно уже звучит в течение получаса. Ну ладно, это уже не важно, это так, рассуждение. Идем дальше. Пошел меня!
Ну, вообще было бы неплохо выйти на открытое пространство и попробовать принимать. Но вы же понимаете, сейчас выйти с портативкой на улицу – это неоправданный риск. Сразу могут найтись бдительные прохожие, которые моментально вызовут полицию. И поеду я там читать лекции, что такое садком. Ну вот, было слышно, но плохо. Ладно. То есть активность где-то есть. Кстати, в разное время активность разная. То есть те каналы, которые активны сейчас, они совершенно не активны в другое время. Почему-то там не сидят уже люди. Ничего пока не слышно. Начинаем по второму кругу, что называется, мониторить каналы, точнее листать их. Поэтому вот такая активность у нас была сегодня. Не мешай нам. Ну, ждет, как пока там два включает. О, вот тут вот. Ой, извините, за такое, наверное, мой видеоролик быстренько закрутят, забанят и так далее. Ну ладно, то есть типичная обстановка на этих частотах, то есть удивляться нечему. Ну, в общем, вы поняли. Ну что ж, вот такой вот у нас... Вот такая вот у нас активность была на частотах садком. Итак, друзья, продолжим наш небольшой видеообзор частот спутников садком. Если перед этим запись была сделана днем, то теперь я делаю свою запись вечером. Сравним активность на частотах. Как всегда, Кваншенг УВК-5 в моих руках. Как всегда, те же самые частоты, та же самая антенна, только за окном вечер. Временной период тот же самый, конец сентября 2023 года. И мы продолжаем. Ну что ж, начнем перебирать частоты, которые у меня тут в памяти. Может быть, где-то будет активность. Quer dizer que isso é um reflexo de quê? A organização do cara. Enquanto quanto você ganha?
Что ж, друзья, вот такой мониторинг у нас состоялся вечером. Мы услышали активность спутников Сатком на разных частотах. Несмотря на то, что спутники довольно старенькие, несмотря на то, что 2023 год, они до сих пор кем-то используются, и до сих пор можно услышать активность на различных частотах данных спутников. Что ж, на этом закончим наш обзор. Благодарю вас за просмотр данного видео. С вами был Анатолий или Metro 275. Увидимся на моем канале в будущем. Всем всего наилучшего. До новых встреч.